Давай, Кивенко, к бою готов. Наблюдаем. Все, смотрим поле, снимаем с предохранителя. Зарожок держи. Левой рукой дальше еще. Вот, вот здесь, да. Огонь, огонь. Это не просто шумно, это невообразимо громко. О том, попала ли я куда-нибудь, говорить не приходится. Пожалуй, наоборот. Хорошо, что никого не попало. Теперь бы живой со следующей уйти. Наконец-то там нет. Заторну раму до конца назад. Резко. Не бойся! Это разряжание оружия. Контрольный спуск. Оружие вверх, поднимите поле. Курок нажмите. Поле оружия. Поле. Контрольный спуск. Контрольный спуск. Все, мы не будем смеяться. Сделайте контрольный спуск, пожалуйста. Я не хочу служить в армии. Кто-то скажет, что это стыдно. Кто-то надо мной посмеется. А мне кажется, что это нормальная женская реакция. Говорят, железная леди Маргарет Тэтчер и та иногда любила сплакнуть. В общем, до солдата Джейн мне еще далеко.